Ну что ты, коуч, все тренируешь на жаре, да бестолку, и за гроши эти, бывает. В общем, истории мои не заходят, хер пойми, что нужно этому ТикТоку. Матами, наверное, нужно ругаться, тогда будет что-то заходить. Но не могу, тренирую детей, может, когда-нибудь в будущем. Либо кому-то другому надо снимать, а не мне. Раз не интересен. Но тем не менее, это моя страница. Что хочу, то и делаю. Правильно? Так, для себя, для памяти. Видео все равно удалю. Завтра. Если просмотров никаких не будет, нафиг надо. Правильно? Истории мои не залетают. Хоть новостью поделюсь. В общем... Новость такая. Футбольный клуб Дармштадт, такой есть, одноименный футбольный клуб из города немецкого Дармштада. Наверное, правильно будет его назвать футбольный клуб Дармштадт 98. 98, потому что этот клуб был основан в 1898 году, а если быть точнее, то 22 мая 1898 года, то есть через два дня этому клубу исполнится 125 лет. Ни хера себе, и такое бывает. Таким образом, этот футбольный клуб сделал сам себе подарок, можно сказать так, и вышел в немецкую Бундеслигу. В Бундеслиге он оказался не впервые, а третий раз в своей истории. Последний раз Дармштадт в Бундеслиге играл в 16-17 году. Как-то так. Посмотрел я состав этого Дармштада. Скажу так, команда опытная. Почему опытная? Потому что там почти нет молодежи. И в основном играют за этот клуб немцы. Там пару легионеров, один боснеец, кореец, по-моему. И все на этом. Тренер, хер пойми, с тяжелой фамилией. Единственное, что запомнил, что он 41-летний.